В Магадане планируют снести около 3000 ветхих построек. Об этом говорили на традиционной еженедельной встрече главы города с руководителями коммунальных служб и ресурсных организаций. По информации начальника управления административно-технического контроля Дмитрия Мигалина, в эти дни вывозят самовольные постройки с территории Кванториума, улицы Октябрьской, 10. Кроме того, рабочие убрали развалины с проезда за городским роддомом, очистили участок около ГИМС. Всего в текущем году город избавили от 350 объектов, а в планах на будущее около 3000. Конечно, понимаем, мы бы хотели бы снести, шло бы у нас поинтенсивнее строительство, да, как в те далекие 80-е годы. У нас же та часть, где сегодня понастроена Октябрьская, там Клубная, это все было такое же. Вот. Все это сносилось, вывозилось на улицу Набережную, на Пролетарскую со всеми буквами, в Третий микрорайон, а там занимались территорией для того, чтобы строить новые дома. Техконтроль готовит проектную документацию по строительству второй части парка «Маяк». Проект будет презентовать глава города Юрий Гришан в Минвостокразвития и Минспорте Российской Федерации. В планах реконструировать набережную от сквера «Морской» до пирса под смотровой. Территорию оборудуют парковкой, прогулочными и спортивными объектами.